Здравствуйте, с вами Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как изменить имя пользователя в Skype. Заходим в приложение, нажимаем на троеточие, настройки, выбираем ваш профиль, нажимаем изменить профиль. И там, где написано имя ваше, надо ввести имя. Когда мы ввели, нажимаем «Сохранить». А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!